станция Уста. Или Уста. С ударением очень осторожно. С ударениями очень осторожно нужно быть в названиях. Сколько лет я называл Кубряйте реку Селинга. Селинга буквально год назад узнал, что ее ударение на последнее слово Селинга. Говорят, ну что это, я что-то рассказывал, какая красивая река Селинга. Вот так и это, чуть там. Ну, у вас же Кубряйте. Может быть, Селинга нет. У нас вот есть Селинга. Так что с ударениями нужно быть крайне аккуратно. Даже кто-то должен начать. За год он увидел, что везде едут. Ну, сообразил, он говорил, он есть или иначе. Здесь так оставили, помолился. Теперь я не понимаю, у него вообще нет таких родителей. Ну, хоть что-то дорвалось. Он увидел тоже ничего. Но теперь надо, чтобы она рядом была. Она не жарна. Спасибо. Вообще вот
сколько они ставят вам на это? 10 километров. Это вы все вокруг? Да, все вокруг. Ну, все там один круг, там кто-то на этом все. И у нас на каком-то камне, конечно, вот он перевернулся. Правда, все в железах. У нас собака сюда в воде не была. Моментом выпрыгнула за ее. Моментом выпрыгнула. А ее лодку-то стала относить. Затащили, а потом его затаскивали в воду. Но я сказала, все, больше не фронтовик. Это не мое.
Любая собака, которая там
идет Балтийская, называется. Хороший. А знаете, большой. Березки. Я читала, когда просили меня, знала, что там есть.
это тоже, ну, когда ты хочешь совершить задачу. Ей тоже, да, ей тоже очень купированные, да. Тоже купированные вещи. Ты выщипываешь, ты отдаешь, очень выщипывает все. Чтобы все вам было. Что так быстро заряжается? Он так быстро заряжается? Thank you.
подхода поезда какая-то. Промзона. Thank you.
нам уже платят цезию, просто цезию, чтобы платить. Вот честно, граждан своим выездил. Где нас?